друзья. Искать победителей нашего рейтинга экземпляров, произведенных последние десятилетия, бессмысленно. И дело не в том, что они чисто физически не успели бы преодолеть сколь-либо значимое расстояние за такой небольшой период времени. Нет, просто новомодные турбоагрегаты, независимые подвески и капризная электроника не позволяют автомобилю пробежать пару миллионов километров и не развалиться на запчасти. Сегодня у нас топ-5 автомобилей с невероятно гигантскими пробегами. Пятое место. В 1986 году появился на свет седан Volkswagen Jetta второго поколения с 4-цилиндровым турбодизелем объемом 1,6 литра и мощностью 69 лошадиных сил. Невероятно простой и надежный агрегат. Подвеска стояла спереди независимая, сзади полунезависимая пружина. Колеса между собой были связаны осью с торсионным эффектом. Автомобиль имел привод на передние колеса. Владелец такой Jetta, Сил Шмидт из США, без серьезных поломок проехал 900 тысяч километров. Секрет такой долговечности, как объясняет владелец, прост. Своевременная замена масла. Сил Шмидт очень доволен своим автомобилем из-за отсутствия серьезных поломок и низкого расхода топлива в 4,7 литра на 100 километров. На кузова Jetta 80-х годов Volkswagen давал 6-летнюю гарантию от сквозной коррозии при условии проведения антикоррозийной обработки каждые 2 года и отсутствия внешних повреждений. Сейчас все реже можно встретить старушку Jetta на дорогах, но владельцы ценят ее за неприхотливость в обслуживании, устойчивость к российским условиям эксплуатации и высокую сопротивляемость износу. За Jetta прочно укрепилась слава дешевого и крепкого автомобиля. Четвертое место. Седан Honda Accord является еще одной из моделей долгожителей. Accord четвертого поколения выпускался с 89 по 93 год. На этой модели впервые для переднеприводного автомобиля была применена двухрычажная подвеска, а также известная система подруливания задних колес 4ВС. Четвертое поколение выпускалось только с передним приводом и 4-ступенчатым автоматом или 5-ступенчатой механикой. Экземпляр, выпущенный в 90-м году и принадлежащий Джо Лосисеро, преодолел рубеж в 1 миллион миль. Это 1 миллион 609 344 километра. Нынешний владелец купил машину в 96-м году, уже с пробегом в 74 мили. Это 119 тысяч километров. После приобретения Джо стал следить за состоянием автомобиля согласно рекомендациям автопроизводителя, выполняя все технические плановые осмотры и работы. Самые большие траты на ремонт связаны с обшивкой дверей, которые повредили дети владельца. Также были заменены ремни безопасности и рулевое колесо. Оригинальный топливный насос прослужил 1 миллион 192 524 километра. В целом, Honda Accord этого поколения очень надежная и неприхотливая машина, способная служить своему владельцу верой и правдой, казалось бы, бесконечно. Третье место. Ну как же без BMW? А именно модель третьей серии в кузове E30. BMW E30 является второй моделью третьей серии, сменив на конвейере BMW E21. В 90-м году компания Mobil Oil купила BMW 325i купе 6-цилиндровым двигателем M20B25 в качестве испытательной машины для тестирования синтетического моторного масла. M20B25 мотор объемом 2,5 литра, мощностью 170 лошадиных сил, с чугунным блоком цилиндров, с 12-клапанной головкой блока, с ременным приводом ГРМ, без каталитического конвертера. Система управления двигателем использовалась Bosch Matronic. Мотор простой и сверхнадежный. С тех пор машина проехала на специальном стенде некое подобие беговой дорожки, около 65 тысяч километров, но это не настоящий пробег машины. На самом деле, в пересчете на оригинальный пробег, испытательный километраж соответствует 1 609 тысячам 300 километрам. Это длительное испытание было для автомобиля не из легких. Настройка специального стенда и была сделана таким образом, чтобы сымитировать движение автомобиля со скоростью 136 км в час в течение 4 лет. В результате, после 4 лет испытания, автомобиль проехал более 1,6 миллионов километров. Все это время машина проходила регулярное техническое обслуживание в соответствии с графиком компании BMW. В том числе вовремя менялось моторное масло. После того, как машина фактически проехала 1,6 миллионов километров, двигатель был демонтирован и разобран, чтобы замерить все внутренние детали и сравнить их с заводскими допусками BMW. Каждую деталь специалисты измерили на предмет износа. В результате получили поразительный результат. Все детали соответствовали норме допуска. Многие детали силового агрегата были как в новом двигателе. Второе место. Модель 240D стала по-настоящему самой выпускаемой серией автомобилей от автоконцерна Mercedes.
Mercedes. Эта модель пользовалась невероятным спросом среди автолюбителей. Версии этой машины выпускались в период, начиная с 68 года и заканчивая в 76-м. Модель 240D можно назвать своего рода начальным автомобилем, от которого отталкивались при создании Mercedes E-класса. За довольно небольшой период компания успела выпустить примерно 2 миллиона моделей. Но эта легенда, дизельный Mercedes-Benz 240D в кузове V115, когда-то принадлежала греческому таксисту Григориусу Сачинидису. На его одометре гораздо больше, чем 2 миллиона миль. Потрясающее достижение для легковой машины. Фактически Сачинидис проехал на нем между 81 и 2004 годами 4 586 тысяч километров. Это расстояние эквивалентно 6 полетам на Луну или 82 поездкам вокруг нашей планеты. Этот пробег таксист накрутил в родном городе Салоники, Греция. На настоящий момент компания Mercedes-Benz признала этот пробег самым длинным в истории бренда и обменяла заслуженный 240D, отправившийся в Штутгартский музей, на новенький автомобиль C-класса. Первое место. Ну и абсолютный рекордсмен Ирв Гордон на своем Volvo P1800, приобретенный еще в 66 году. Купив машину в пятницу, за выходные дни он сразу накатал 1500 миль и приехал в понедельник к дилеру на первое ТО. Это не какая-то особенная машина для Гордона, просто на ней ездил всегда и везде. Он лишь меняет шины, масло, заправляет топливом и едет. Один из секретов сохранения кузова – мытье теплой водой после каждого контакта с дорогами, обработанных солью. В 2002 году владелец Volvo заявил, что проехал на машине 2 миллиона километров. В честь этого события компания Volvo вручила владельцу новую C70. В 2013 году, 18 сентября, Гордон, находясь на шоссе Сьюарт, Аляска, США, зафиксировал пробег в 3 миллиона миль, или 4 миллиона 828 тысяч километров. Также такая выносливость машины связана с пристальным вниманием водителя к любым посторонним звукам, вибрациям и запахам. Масло владелец меняет каждые 5 тысяч километров. Когда машина прошла 1,5 миллиона километров, Гордон заменил карбюратор и все элементы впрыска топлива. На 1,8 миллионах был заменен механический топливный насос. Масло в коробке передач и свечи зажигания меняется каждые 40 тысяч километров. Вот и все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. You're a superhero.